Ну что, здорово. Сейчас будем пробовать сразу два вида московского картофеля. У нас недавно в магазине появилось несколько разных видов. Вот я один уже пробовал, чили стейк. Там еще несколько видов появилось. И вот я решил купить, значит, курицу в соусе терияки. Я уже ел терияки, лапшу типа доширак. Она мне вообще не понравилась. Вот. Делал уже на нее обзор. Она дорогая и невкусная. Вот. Курица в соусе терияки и роллы Филадельфии. Вот. С чего начать, не знаю. Давайте с роллов начнем. Вообще, сами роллы я никогда в жизни не ел. Я знаю то, что это японская, да, всякая эта фигня, суши, роллы. Вот. Но никогда не ел. Вот. Сейчас заценим. Значит, роллы Филадельфии, хит японских ресторанов. Роллы Филадельфия известны в самой Японии. Этот рецепт был придуман в 70-е годы поваром Масито Итиро, работавшим в США. И тут есть рецепт, чтобы самим приготовить роллы Филадельфия. Что нужно, то есть как бы эти чипсы, их можно к роллам добавлять. Ну тут нарисованы такие аппетитные такие роллы. Из красной рыбы они. Вот. Я не люблю красную рыбу, никогда не любил, она мне всегда была противна. Запах какой-то непонятный. В запахе присутствует что-то рыбное. Похоже на красную икру вроде. Рифленые чипсы. Яркость большая, отсвечивает. Там солнце на улице яркое. Я закрыл как мог. Поэтому уж... Извините, то у меня яркости мало, да, когда у меня... Я ночью снимаю, свет мало. То яркости много, когда день сейчас. Вот они такие рифленые. Знаете, по вкусу очень похоже на лейс с красной икрой. В принципе, красная икра мне никогда особо не нравилась, сама красная икра. Мне больше нравилась черная, но черная, к сожалению, она вне закона уже давно. Вот, чипсы лейс с икрой мне нравятся достаточно сильно. Я бы им восьмерку поставил. Вот, лейс с икрой. Вот. Эти похожи на них. Довольно хорошие, приятные. По-моему, они немножко пересоленые. Пересолены немножко они. Хотя нет, знаете, нормально. Ну, в принципе, конечно, чипсы Лейс с красной икрой повкуснее, чем вот эти. Вот, но эти, если сами по себе их оценивать, ни на что не ориентируюсь, да? Все-таки это же не лейс, московский картофель. Я нигде не люблю сравнивать, да, разных производителей. Я люблю конкретно вот продукт брать и его оценивать, какой он сам по себе. В принципе, этим я поставил бы семерочку. Ну, почему не восьмерочку, ну не знаю. Они мне не особо уж прям так очень нравятся. Да, мне кажется, они, вот, они немножко пересолены. Были бы они не такие соленые, мог бы восьмерочку поставить. Роллы Филадельфии, в принципе, мне понравились, да, хорошие. Теперь попробуем. Так, курица в соусе терияки. Тут такой аппетитный шашлычок изображен. Терияки – рецепт универсал. Он может быть заправкой для салатов, маринадом, для блюд из мяса, рыбы, морепродуктов и птицы, а также восхитительным соусом для всех этих блюд. Ну, тут опять же рецепт, как готовить.
чтобы приготовить курицу в соусе терияки. Вот, ну и как, в принципе, как закуска, можно и чипсы добавлять туда вот эти. Я не понимаю, почему на пачке так отражается очень сильная яркость такая. На моем лице это нормально, да? Хотя вот тут вот тоже яркость большая. Вот тут вот так, наверное, да, так лучше. Это тоже отсвечивает очень сильно. Яркое солнце. Запах. Запах ужасный. Осталось этих чипсов. Какой запах? Дерьмо. Запах. О. Правда. Запах ужасный. Противный. Опять же такие рифлененькие. Довольно своеобразный вкус, но он у меня какое-то не очень приятное ощущение вызывает во рту. И что-то тут еще немножко жжется. Кислота лимона. Тут что-то жжется, вот этот соус, наверное, сам он немножко жжется. Ну, не особо приятный вкус. Какой-то такой, да, своеобразный, но... Какой-то он странноватый, на самом деле. Не знаю. Я поставил 4 балла. Или даже 3. Запах противный. Вкус какой-то... И перчинка. Вот эта перчинка, она все портит. Если бы не было перчинки, был бы более приятный вкус. Не знаю. Конечно, любители соуса терияки, может быть, вам это и понравится, но мне не нравится совершенно. Мне и та фигня терияки, которую я ел типа доширака, не понравилась. Этому я ставлю 3 балла. Тогда я, помню, сухарики с соусом тартар пробовал, тоже маленькую оценку поставил. А те, кто любит соус тартар, они сказали: «Толян, ты чё, такой вкусный соус?» Ну, может быть, это на любителей. Я говорю, я свои вкусовые ощущения говорю. Это мое мнение, можете не соглашаться, на вкус и цвет товарищи нет, как говорится. Вот. Если вам нравится соус терияки, может быть, вам это и понравится, но я ставлю 3 балла, мне совершенно не нравится. Представляю, какой-то определенный вкус у него есть, поэтому 3 балла. Вот. То есть, как бы... Я бы мог сказать, что они мне не нравятся, я вообще им ничего не ставлю. Но вот все-таки есть какой-то достаточно приятный вкус у них. Но больше 3 не поставлю, нет. А чем же мы будем это все запивать? Новое пиво, которое у нас появилось в магазине, называется Carmi. Чем-то похоже стиль на Reds. На пиво Reds. И бутылка сама похожа, и дизайн этикетки. Вот. А она у нас стояла рядом с пивом кулер, и тут такое же кольцо. Вот. Carmi. Это значит, пиво у нас... Все, хочу узнать. Это завод, да, пивоваренная компания «Балтик», вот. Значит, они поставили рядом с кулером, не зря его. Манго, апельсин. Алкоголь 6,0. Carmi. Вот. В принципе, оно по цене, по-моему, оно 60 рублей стоило, так же, как и кулер. По-моему, если я ничего не путаю. Ну, я опять же говорю, у нас магазин дорогой, в каждом магазине разные цены. Поэтому я не вижу смысла называть разные цены, тем более они все время меняются. Carmi, короче, пиво. Да. Завод «Балтика». Откроем сейчас, чтобы на телевизор не попало. О. Слышали, да, как пшикнуло? Пух. О, слышно было?
Обалденный запах, похоже на манго. Действительно, манго похоже на манго. О, запах клевый, офигенный запах. О, о, обалденный. Бля, вот это правда запах шикарный просто. Давайте вкус попробуем. Очень похоже на Reds. Вот я по первому глотку очень похоже на Reds. А Reds мне достаточно нравится. Вот. Reds есть несколько видов. Вот обычный Reds. Вот, очень похоже. Похоже, да? Не сказал бы, что чувствуется апельсин. Не сказал бы, что чувствуется манго. Но сам вот этот вкус довольно приятный. Похож на Reds, а запах просто обалденнейший. Ох. Знаете, вообще, я не знаю, когда я это видео залью, среди каких видео это будет, но пока, когда я это видео записываю, вот те видео, которые я записал вот во все вот последнее время, я много чему ставлю 8. То есть, как бы, из 10, да? То есть я не ставлю 10, потому что я не могу сказать, что мне это прям очень нравится, да? Вот, но я ставлю 8, на 2 балла поменьше, вот. Я так оцениваю то, что как бы 8 это такая вот достаточно хорошая оценка. То есть я бы не сказал, что мне очень понравилось, я буду постоянно это покупать, там пить, есть там чипсы или там пиво, да? Вот, если я поставил 8 баллов. То есть 8 это достаточно, мне достаточно это понравилось, я бы с удовольствием это еще раз купил бы, попил, поел, но я бы не сказал, что мне это прям очень понравилось, чтобы поставить прям 10, вот. И этому бы я тоже бы поставил 8. Еще раз говорю, очень похоже на Reds. Если вам нравится Reds, вам понравится и это. Но я знаю то, что много, ну, есть такой стереотип, хотя я не знаю, может быть, это действительно так и есть, может быть, это не просто стереотип. То, что пиво Reds считает бабским пивом. Я помню, раньше была реклама, там девушка пила это пиво. Ну, не знаю, мне пиво Reds нравится. В принципе, у него необычный такой прикольный вкус. Да, он особо на пиво не похож, но он зато уникальный, необычный. Вот. Если вам нравится Reds, вам это пиво тоже понравится. Вот. Если Reds это бабское пиво, то это, наверное, тогда мужское. Не знаю. Хотя название Карми. Карми. Похоже на какое-то цыганское имя, что ли. Карми. Кармелиты, знаете, такой цыганский сериал был. Мои родители смотрели каждый вечер его. Вот, вот это, наверное, есть Кармелита. Ну, запах. Купить только. Стоит купить только, чтобы один запах нюхать постоянно, и все. Восьмерочку поставлю. Ну да, был бы вкус получше, поставил бы 10, не задумываясь. Ну что ж, чипсы мы съели, пиво мы попили, оценочку поставили. Теперь можно сказать всем всего хорошего, счастливо. Сейчас у нас очень жарко становится, температура поднимается каждый день, все больше и больше градусов. Как я не люблю жару, я просто жару ненавижу. Но нам придется ее очередной раз пережить. Хотя лето, вроде говорит, не будет не очень жаркое, но посмотрим. Может быть, я это видео и летом как раз и залью, когда будет жара конкретная. Сейчас еще не очень такая. Вот. Но видите, яркость какая. У меня, тем более, у меня, смотрите, у меня все закрыто, у меня шторы висят, все закрыто у меня. Вот. Тем более, когда я снимаю, я стою напротив окна, то есть, как бы солнце, оно проходит через шторы и падает какая-то часть на меня. Вот. То есть, я не могу конкретно все закрыть, чтобы ничего не было. Вот. Зато вы видите мою растительность, у нас еще сейчас идет чемпионат континентальной хоккейной лиги, хотя, когда это видео залью, он, наверное, уже закончится, вот. У нас сейчас идет плей-офф, это такая примета есть, не бриться, я никогда не бреюсь, когда идет плей-офф, да я вообще никогда не бреюсь, нахер, вот. Ладно, в общем, всем всего хорошего, пока, счастливо, ешьте вкусное и полезное, и пейте тоже.